Фирма «Спецметаллоконструкция» уже более 20 лет работает на рынке юга России. Предприятие многопрофильное. Здесь вам изготовят все – от малых архитектурных форм до сложных металлоконструкций. Отличительная черта компании – наличие собственных производственных помещений и оборудования. Одно из направлений организации – изготовление мебели на металлокаркасе. Это кровати, столы, стулья, диваны для помещений, депозитные ячейки, сейфы и многое другое. Даже детские городки, карусели, беседки, спортивное оборудование. Если говорить о комплексном оснащении гостиниц, санаториев и детских лагерей, то вам тоже стоит заглянуть сюда. Мебель производится на немецком оборудовании, только из современных экологически чистых материалов. Большим плюсом является то, что фирма «Спецметаллоконструкция» занимается собственным производством фасадов МДФ. Все изделия выполняются по размерам заказчика с использованием итальянской и немецкой фурнитуры. Выезд дизайнера на объект, эскиз, подготовка проектов, расстановки мебели осуществляется бесплатно. Узнать подробную информацию можно по адресу: город Анапа, станица Анапская, улица Шевченко, 2Ж, и по телефонам 701-54 и 729-35.